Вот вторая карта. Хорошее начало. 2-0. Пользуем. Без приема Жанин. Сюда плохо. Со второй карты. Ох, а что-то не то. Итак, счет 5-1. Минус 4 у Джанина. Очень плохо. Я в некотором месте. Берет Жанин. Удручающее положение. Нет приема. Катастрофа.
часто первый темп срок дает. Не отрабатывает первый темп. Да низко. Астрофический разрыв. Конечно. 2-8. Джанин проигрывает. Ужас, ужас. Слов нет. Да. Ребята по ним проиграли. Эх, эйс испортили. Нет, подожди, почему-то нам ошибка. Чего, ошибка в расстановке. Мяч попал в поле, но у них ошибка в расстановке. Без блока убивать надо было. Нет приема, опять нет приема. Вообще. Что-то 12-6, по-моему. Катастрофа. Ужас, ужас. Минус 7 очков. Как вы карабкаетесь из этой задницы, непонятно. Thank you.
за ними подошли. Что такое? Опять туда же скидка просто в одно место. Но сейчас потянули уже. Чему-то научились. Но все равно не получилось на вертушке. По-моему, 15-12. Опять без блока. Да что ж такое? Почему нету блока? Теперь надо забить, отдали мяч там. Пол причем. Мир на пуга. 16. Да. Иначе перебежит. Ну что, получше, получше. Надо теперь дожать, дожать надо. Илинка берет очередной тайм-аут. И игроки. Ну, пока еще недостаточно хорошо. 6-8. Но сейчас 24 еще нету. Ну как оно? Кто?
локоть устал. Я говорю, подожди. Могу не тебя привезти. Это же квартира. Да. Ну, будешь как раз съемки такой. Пола надо добивать. Играем. Блок! Все, теперь надо дожать. Тут блок. Первый темп вообще на блоке там не ловим. Кто-то все время проваливает. Такой легенький, он просто так вот пинает его в сторону с площадки. Не, он, во-первых, три раза просто скинул так отвесно. Да. Пум, кисти. Горизонтально. Да, да, да. Три или четыре раза так было. Ой-ой-ой, чужой мяч! Не пей, козленышком станешь. 9-20-16 стоит, это неожиданно. Давай, 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 давай! Ой! Ой, нет приема. И нет нападения, ужас. И блок, и дуру там нельзя. Ну что ж такое-то? Ничего. Заднюю линию тут надо там пасти. Мало, по-моему, было за ним сейчас. Витя, иди спасай ситуацию. Слушай, я не буду навязываться. Я на бане посижу прекрасно. Где посижу? На бане. На банке. Если у них все хорошо, значит все хорошо. Проиграют, я не буду в этом виноват. Смогу сказать, вы уроды. Надо было играть. Ну что, уроды, даже меня не позвали. Я помог вам выиграть, дебилы. Отморозки. Ну то я сегодня на тренировке, я тренируюсь нормально. Первый два там приемные. Юра все портит. Да, Юрец, две ошибки подряд не взял, теперь ошибку приемы. Охренеть у меня разрыв. Показывающий. Ну а теперь надо взять и догнать, блядь, и вырвать. Так как в американском хотите, кино бывает. Да. А Рома подать только не сможет даже, наверное. Очень как-то